Нет, так ты не отснимай, ты вон заснял. Вон, видишь? Вон. А у меня круче. Вон, смотри. Девочки какие у нас. А меня тоже можно. А ноги волосатые? Не то. Так, стакан мне! Мало осталось. Ну, два слова надо сейчас. Поздравляю все одиннадцатый класс с выпускным! Сами скажи что-нибудь такое, посерьезнее. Поздравляю всех выпускников одиннадцатый класса с выпускным! Желаю удачи! И все. Надо было что-нибудь такое горячительное. Шампанское. Может быть, шампанское. Видите, шампанское. Водку не пьем. Лена Копылова сделала. Не, там ветвистые. Все, удачи. Хорошо, молодец. Очень сказал. Хорошо. Ну, будем. Не осталось, негодяй. Такий тост. Налейте. Все, что-то на живые, здоровые. Налейте Максу водки. Я думаю, вы уже спать будете. Молодцы. Не хочу. Это уже 99-й. Я вижу. Так и пометьте, пожалуйста, здесь, чтобы на нас пришло 99. 99. Нет, 1-9-9-9. Номерной знак. Ну, два слова скажите, девочки. Так, девочки, с вами. Желаю всем поступить удачно. Как настроение у вас, а? О, нет! За банку не мотайся. Варлан, такой кадр был, а? Я снял. Пошлите, блядь. Желаем всем поступить, да? Все. Штука начали. А потом встретимся. Нас так не покажут, стесняется. Самый стойкий. Ну, класс. Самые сильные. Блядь, 2000 года. Остальные уже спят. Самые сильные. Остались самые... Самые стойкие, все остальные спят. Португалия чемпион. Они же не выдержали, а мы выдержали. Да. Волейбол сила. Теннис тоже. Экзамен пройти. Мужик! Вау! Видите меня, в какой я форме? Не надо такой, не снимайте, такой нельзя. Не мешай. Я не хочу такой. Смотрите, как я не снимал. Форма как форма. Не надо. Потом будет стыдиться. Она, кстати, бывает, так и на выпускном была. Так ходят пьяные. Пьяный. А вон на нас-то он. Слышишь? Батя свою камеру показывает. Никого. Сестричка мой, пожалуйста. Настуха, ну скажи. А братишку? А, братишка. Ты ж любишь кореш. На сына. Это все штук. Это все семейство. Это все. Мое. Сестры, братья. Маша. Наста папа. Нет, я мама, ты что? Ты ошибся, дурак, ты что? Наста папа, ты что? Ну, что-то все развязалось. На баню. Сто раз, да? Осторожно. Это шухеры. Ну, в разделе. Нас охрещит. Яйца несет. Курочка. Не украй. А где соска для нее? Пробочку. Петку желательно. Мало что-то у вас осталось, а? Зато самые стойкие, самые стойкие. Выживай сильнейший. Где? На приборе, но мы туда не пошли. Да, потому что вы туда не найдете с камеры. Да, зачем? Самое лучшее здесь. Здесь остались только, во-первых, только сливки, нас вот отлили, а их оставили. Да, мы тут сливочки оставили. Самые отборные, самые лучшие, самые красивые. Самые молодые. Самые молодые, да. Самые стройные. Ладно, Илья, он уже стройный. Тоже жопу он отрастил, так дайте бог. Ну, жопа это жопа, плечи это плечи. Я думаю, что моя жопа поменьше твоей. Плечи побольше твоих. Нет, ты хотел сказать, жопа больше. Ты что, Наста?
Остальные школы где? Вторая школа, да, на гимназии. Пятый. Пятый уже не может быть. Там уже далеко. Стой, стой. Туда пошли, да? Не стой, я не могу. На мосту обычно все гуляют, там же лучше на мосту. И танцуют там. А мы тут потанчим. Эй, пиво! Ну, гитары у вас что-то нету, басы нету. Ах ты, цаца, а? Кому это будет такая? Кому-нибудь. Да, интересная. Интересная. Вроде ничего, но что-то есть. Я еще стою взяла. Умеешь, ну, себя вести. Молодец. Ну, ласки строить умеешь. Так и надо, ну, нехай, ну, в общем, лезет. Шевелитесь, я уже научилась на парке. Уже встала, бедненькая. Так вот, о, ямы такие. Тут по заказу. Красивые. Фотографируй нас. Давай. Смотри, что море только мне. Давай с тобой. Сейчас, потом с тобой. Я посередине. Ну, мультики тут у вас будут прыгать. И а теперь троих. А вон, смотри, как классно будет. Что хочешь, можно. Все нормально, да тут даже и надо. Все, да, все. Переведи. Угоняет, а, черти. Свадьба какая. Вот кто-то с, ну, с кустов вышел, это школа другая. Или это, ну, школа какая у вас? Третья. Третья, это у вас Закима. А, ты, да, узнал. Сзади. Солнышко встает, скоро встанет. Вот, в тумане стоит, как. Волейбол, сила, гроб, могила. Да. Такая будет, ну, музыка какая-нибудь интересная идти. Да. Угу, девочка с фотоаппаратом. Давайте я им скажу речь. Ну скажи, этим? Этим, да. А что за ники блин? Ты нам иди скажи речь. Не, я иди. Ну давай. Волейбол, сила, гроб, могила. Ну, правильно. Они волейболисты просто. Я вижу. Едут в это, в Олимпийские игры, как это называется? Если... Куда? Если... В Сидней. В Сидней, в этом году. А, там где, ну, мультики. Да, там где мультики. И в Чехию поедут. Ну, да. Гордость нашего города. Ну, я там тоже буду снимать. Я ими не горжусь. На выходные съезжу тоже. В Дисней еду. Ну, еду. Хорошо. Они все дни, а я в Дисней. Ждем. Вы серьезно или шутите? Девочка, медалистка. Да, медали. А, точно, я еще знать не могу ее. По-другому, она что, в чем-то была красивым. В чем? Да, ну, какое красивое, это вам только показалось, что она была красивым. Обычная дама. О. Распяли. О, новая машина. Стесняется. Ну правильно. А эти алканавты пошли, мы чисто трезвенники остались. Бомзи какие-то. Линия Лена и линия Денис. Кто не догоняет? Что, догоняет он не так быстро? Ну да, догоняет быстро, конечно. Обними и фонит. Ирка, ну а что не... Гитары нет у вас, это скучно трошки. Горько. Ну а можно я попробую? Можно. Не, ну видели, какой языком, как языком. Не должно. Язык подвешен, что надо. Язык, что надо, да. Красиво на вот природе. Туманчики. Да, я посмотрю, что. Иди.
Камера пошла, пошла. Как он действительно такой снимать? О, я русская! Целоваться тоже, да? Тоже целоваться надо. Надо целоваться. Ладно, не будем, мы что, перед камерой. Ну, туман, да. Счастье тут все свои. Кустики. Сейчас кустики. Телекомпания НТВ. Кустики, кустики. Е-е-е. Отвали. Смотрите, какой живот. Скоро родит. Первый месяц. Отойди от камеры, отойди. Молодая семья. Молодая семья. Да, я любовник. А, вот невестка. Я любовник. Вот моя невестка. Это муж. А это дитё. А это дитё. Моё дитё. Бэйби, 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 бэйби. Волосатый немножко, бэйби. Иди отсюда. Холоп, блядь, прибей. Короче, волосы быстро, он не наш. Дениска, иди к нам. Ну это просто маленький. Это просто... Глядь, какой, глядь, глядь. О, о. Правда, волосы немного растут. Да всё, расслабься, бэйби. На галстуке волосы. Снимайте, пока я стою. Пока я снимаю. Ой, куда меня? Куда? Как убегаешь? Куда ты рванула? Вперёд! Ладно. Я был серьезным на телевидении. Много Сергея. Дубль 2. Настя, ты меня ударил. Дубль 2. О, Паша. Ивчик, мне надо его, чтобы было на Так, это Крифей, Крифей информатик. Крифей, это вон, информатик Крифей. Четвертое место на области, Дубль 3. Второе место на области. Наш Крифей, это информатик. Дубль 4. Фотографируется на память. Скажите, Паш, ты можешь запомнить свой текст? Скажи. Ну, а вон с гитарой доделаешь. Сейчас у них заберем гитару, будем балалайкать. Сейчас. Ну, давай. Надо. Подожди, надо сейчас доить. Да, давайте снимайте, дайте вам пожелание. Дайте нам сказали вам пожелание. Илюха, дай за дома дайте пожелание. Хватит спать. Всего... Вот, снимайте, снимайте. Моя новая жена. Детей пока что нет. Будут. Будут. Не будут. Не будут. Да, вы не будете. Это скучно. Как скучно, вы что? Ну, что ты не пошла? Ну. Ой, они скучные, а мы веселые. Нас. Моя вторая жена. Иди сюда. Ох, это мой ребенок. У нас гарем. Вот кадрик, кадрик. Я не выдержу. Снимай, Настя. Ну, так легко, держи сюда. О, еще одна жена сзади. Это любовь. Это все братья и сестры, вы не подумайте. Снимайте. Я их долго держать не могу, вы снимаете. Братья по-разному. А вот так? Я держу. А я Настю буду держать. Блядь, ты че? Если хоть бы не убрали. Алло? Алло? Братья по-разному. Настя, ты мне вымазала костюм. Она, это Юра, братья по-разному. Хотела, а что такое, Настя? Я вытяну. Это вторая. Это моя вторая. Баба. Я вообще хочу поздравить Андрюшу. А нахуй поздравить Андрюшу? Отойди, Макс. Камеры, камеры. Макс, отойди. Слушаем. Андрюша, поздравляю тебя. С днем рождения, желаю счастья личной жизни. Тихо. Пух! Не мешай, подожди, я не мешай, пух, я не пух. Подожди, не трогай. Тополиный пух, жара, июнь. С тем, что ты хотя бы ты с нами не учился, я снести класс. Хотя бы ты с нами не учился, я снести класс, да? Хотя бы ты с нами не напился. Хоть бы ты с нами не учился. Нет, я просто хочу тебя поздравить, да? Хотя бы ты с нами не напился, за то, что ты... Это жал. Да? Я... И что ты Нет, пришел. Ты меня уважаешь. Нет, ты меня уважаешь. Я просто за это тебя уважаю, вот и все. Я тебя просто за это уважаю. Настя, ты меня... А меня... Мой кореш. Подожди, а сейчас Настя меня. Вот! Меня поздравляй. Правильно, Настя, правильно. Ты меня так любишь, Настя. Ну, поздравляй, Настя. Не, Андрей, я тебе говорю, я просто... Тихо, тихо. Я просто уважаю, вот и все. Настя? Настя, поздравляй меня. Это, ну, девочки интересные. Ну, все хлопцы к ней липнут, а? Ну, не говорите, все. Ко всем хлопцам липнет. Ну, Настя. Слышишь? Поздравляю, Настя. Ну, я слышу. Ну. Идемте потихоньку. Я хочу просто Максу пожелать. Все, тихо, тихо, для интервью. Я хочу всем пожелать. Идите, говорите. Это для меня. Надо это самое снять отход. Во, все уходим уже. Надо это. Всем это для меня. Иди сюда. Всем это. Не иди. Я хочу своим одноклассникам, короче, пожелать успеха, чтобы все поступили. Куда хотят, и все.
чтобы хамзу, у всех хамзу было все хорошо. Желательно высшее учебное заведение. Я в кадре, да? Кто куда желает, чтобы туда и поступил. У меня просто место. А кто? Все, а вам бы тебе. Все, иди, не снимай, смотри, смотри. А где твои педали? Класс смотришься, конечно. Ну куда уходишь? Супер, да? Старушка. Какая старушка? Я тебе дам старушку. Ножки бомжать. Ножки, ножки. Какие-то ножки. Какие-то ножки. Все, пока. Во, удачи. Во, показываю. Во, во ножки. Мы уходим. Во, только волосатые. Пошли. А вот, здесь. Снимай. О, ух ты, выросла. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, наклею, а. Ну это не битка, не, это не пацан. Это битка. Что это такое? Иди качайся. Не, ну ты перед камерой снимаешься, не качай. Все, иди, не, я... Не спи. Да постыдился, пьёлся. Да я не стесняюсь. Будет именно в батьке смотреть и мать, а? Понял? Мама посмотрит. Да. Мама посмотрит, как, кого я вырастил. И будем воспитывать. Да. И будем воспитывать, да. Я мама посмотрит. Куда мы идем? Кого я? А что там видно, можно посмотреть? Нет, там не видно, там черно-бело. Я ни разу кадры не смотрел. О, это настоящий? Настоящий рассвет самовстречаете. Нет, то... самые лучшие выпускники 2000 года. Я и Лёрик, еще одна прибилась. Да, 2000 года. А я, Елена, я здесь, на солнце. Один Макс. Ну да, и ноги у нас, конечно, все обкусанные комарами. А ног не видно. Ноги, как ноги на самом деле. Да, ноги так не видно. Надо ноги снимать. А мне волосатые показывать не буду. Я стесняюсь, действительно. Не снимите солнышко, да. Солнышко. Пошлите на солнышко. Очень красиво. Ты любишь на солнышко? Вот дайте вы, ребята, дайте нас. А что вы хотите? Я фашист такой. Фашист. О, вот нацист. Бывай, школа. Прощай. Красиво. Такой на... Ну, кого снимаешь? Фотографии снять. Смотреть, это будет красиво. Главное, чтобы солнце было видно. Главное, если солнце хорошо. Видно, видно. А на фотографии будет видно или засветится? Лёлик, ты кому? Будет видно? Да, если сниматься, то он что будет? Здесь снимите нас, пожалуйста. У вас получится хорошо, или у вас не занято? Давай, давай. Ой, какие-то другие дети, непонятно. Из лесу вышли какие-то. С Могилева видно идут. Козячка, удочку сюда сама кинет. Хай, хай, Дуду. Вот. На мосту красиво смотрится. Место поменяли. Ну, рыба не клюет. Куда там рыба? Рыбы нет. Он же с базы. А с ним? Так что там одно, два так лежит. Это про тебя. Нет. Кто там уже ноги раскинул на этой яве? Ну, Валя, какой сын вырос, а? Вырос. Вспоминай, как ты... Отличная четверка и вратарь. Четверка, она же четверка. А, ну ладно, давай четверка. Хоккей неправильно. Тройка получается и вратарь. Вратарь! Вратарь, знакомьтесь! Боксер. Боксер? Боксер, кстати, боксер. В ворота стоит. Поступает в школу физобразования. На боксера. Сними, ты посмотри, приди к нам в школу и почитай. Ой, кто Паша, Паша Ивчик. Сколько лапши, дай, дай. Паша Ивчик, правильно, вон, вот. Дай ухо я сюда. Профессионал там. Улыбочку, улыбочку. Ну как настроение, как вот вечер прошел? Нормально, отличное. Выпускной был отличный. Молодцы. Что еще? Такие спокойненькие стоите, не что мы что не устали. Ай, это боссы, это самое, нам бы оно. Ну что, там я начали до трахания дело не дошло. Молодцы. Молодцы, аккуратно, что-то у этого молодой что-то спокойно. Спокойно, да, позапрошлый год. Помнишь, там говорили, где? Ого, там уже снимали. Ходим мы домой тогда, так? Да, ну счастливо вам. Все, до свидания. Это Оля тоже заказала, да? Романовская, да?
Я думаю, что вроде бы заказывала. Пойдешь направо, пойдешь. А на месте будешь стоять. Никуда не туфли переоденешь. Да, туфли. О, так быстро не что. Профессионалка. Ну, носки переодевать. Специально. По центральной цене идут люди много. Ну вот институт на вот первый курс, я увидел, что я дурак какая-то. Умных людей нет. Ну нет, так я так думал, что я один окончил школу, все-таки я грамотный. А поступил как, ну, вышел, ну, математику стали нам эти, ну, матрицы. Все время встать. Сопромат пошел. Смотри, куда поступать. На черталку. В технический вуз. Технический? Какой? БПИ был, ну вот раньше. Сейчас, БГПИ? А сейчас, наверное, ну, новое название там. Башкортый? Нет. Да-да. Ну, в ВПИ был, а сейчас сделали академию. Кстати, нет таких. Ну, это политехнический. Кстати, их же нет таких. С высших образованием, говорю, по фотошопу или там по чему-нибудь еще. Есть, как раз, ну, в том сведении. Ну, это курс, так сказать. Это не высшее образование. Давай что-нибудь другое. Давайте, Лёлик, заводи сумму. Давай. Девочка идет, устала, уже скучала. Вы думаете, про... Веселенькая ты такая. Я все знаю. Ты вся такая была на танцах. Огонь. Я думаю, про что вы говорите? Я спать уже хочу. Ну, стала. Ну, вот. Ну, вот женщина как-то, ну, вот быстрее встает. Ну, конечно, ну, сколько можно. Но сегодня что-то вы слабенькие. Я так танцевала сегодня со всеми учителями. Пыталась слабкая их что-то завести. А вот представьте, я у прошлого года снимал, до 12 дня снимал. Вот тут мы ходили. Ну, тут пели, час пели, пока, ну, милиция или сторож. А мы сейчас тут попоем. Я вот хочу повториться, с одной стороны, жалко покидать школу, даже и печально, скорее всего, даже больше жаль общаться с некоторыми друзьями, своими друзьями, да, даже с учителями, с большинством учителей, но с теми, которые меня вели, даже со всеми, вот особенно с первой учительницей, с классной, с учителями русского языка, там, Валентина Михайловна, с учителями физики. Ну, конечно, с друзьями тоже не хотелось бы расставаться, но я надеюсь, что мы встретимся с ними еще не один раз. И не только на выпускном, не на нашем, не на вечере встречи выпускников. А будем встречаться чаще, будем встречаться, ну, очень часто, я надеюсь. Будем просто видеться, просто не будем зазнаваться. Будем просто здороваться. Будут новые друзья вы. Да, новые, ну, друзья. А зачем новые? Лучше поступишь куда-нибудь. Один старый, чем 100 новых. Ну, как-то, ну, естественно, но так здесь устроено. Ну, так жизнь. В армию идешь, там друзья. Я надеюсь, что мы все-таки останемся. Да, ну, я надеюсь, что мы все-таки останемся такими, какими мы есть. Отношения друг к другу. Да, ну, спасибо. А знаете? Так, давай. Я тебе же. Сколько ну, времени? 100 минут слов, я уже устал. 6:14 уже, ну. Давай. Мы тоже уже все устали. Да. Уже хочем домой. Спать домой. Уже выпускновец прошел. Отгуляли, молодцы. Да, уже. Отгуляли. Со всех сил уже. А танцевали, да. Мозоли вон понатирали. Во, смотрите, мозоль какая. Лёлик, я не буду. Ну, это снимать нельзя. Ну, старались же, девочки. Да. Ну вот да, вы сами молодцы. Ну, очень молодцы. Рады расстаться со школой. Это особенно давало там газы. Как никогда. Ну, так и надо, молодцы. Как тебя зачем забыл? Андрей. Андрей, ну, Андрюха, давай. Андрей, класс, что ну, волейболист, ну-ка встань, дайте снять полный рост. Мне уже снимали, ладно. Ну, да. Узнать я не могу, какой-то, ну, другой стал. Надо на фоне кого-то снимать. Может, жалко как-то. И, ну, похудел немножко, видно, да? Ой, какими тренировками? Ну, тренировка видно, да? Да. Ничего не жрать, не тренировка. Нет, там едят, но там видно не такое, не жирное, что они едят. А там продают люди. Остались самые стойкие. Да. Остались и уже самые уходят. Стойкие. Нет, самые стойкие сейчас в лесу. В лесу. Спят уже. Они, может быть, выползают уже оттуда потихоньку. А мы отсюда. Ну все, Саман, до свидания вам всем. До свидания. Счастливо.
Между прочим, мы не знаем, сколько время. Ждем, пока магазин откроется. Сколько время?